Тверская область может оказаться среди 11 субъектов страны, куда в ближайшие 6 лет поставят новый вид городского транспорта – электробусы. Соответствующую программу прорабатывает сейчас федеральный Минтранс, о чем ведомство сообщило на своем сайте. Предполагается, что Москва выделит 100 миллиардов рублей в качестве бюджетных кредитов регионам. Деньги должны пойти на проекты по развитию электротранспорта в 11 городов России. В основном, где проживают свыше 500 тысяч или миллион жителей. Но есть среди них города и с меньшей численностью населения, например, Курск и Тверь. Предполагается, что до 2027 года все они получат 305 электробусов и 1236 трамваев. Для последних придется проложить 635 километров путей. Объем инвестиций оценивается в почти 202,5 миллиарда рублей. Более половины из них будут профинансированы за счет кредитов ВЭБа.